Здравствуйте, Алина. Привет. Вы сегодня отлично выглядите. Спасибо. На самом деле, я сегодня просто вообще не накрашена. И у меня нет желания никакого краситься вообще. Сегодня все натурально. С чем это связано? Ну, не знаю, знаешь, за выходные вот это все. Постоянно эта штукатурка, макияж, я уже просто не могу, я отдыхаю. Вау, модель призналась, что косметика – это штукатурка. Ну а как по-другому? Ну без нее, видишь, уже нельзя. Приходится. А видишь, на самом деле, естественная красота – это же лучше, сама согласись. Чем боевой макияж. Угу. Ты даже по улице идешь, на тебя все так смотрят, как ты безрисованный. Воинственная краска. Причем не бывает же, знаешь, там вот что, слабо. Надо же, если девушка, она не знает меры ни в чем, она красится всегда сильно, ярко. Да-да-да. Да. Сильно девушка. А что будет дальше? А дальше в далеком будущем или... А как хотите. Ну, в далеком будущем будет хорошая работа, семья. Заботливый муж. Домик у моря. Да-да-да, который будет в парточке бегать с голой задницей. Алиночка, тебе котлетки пожарить? Не надо так уж далеко заглядывать. Берем такой вот молодость там, где-то от 20 до 30. А потом ты как черная вдова съешь своего мужа. Да не надо, я не такая плохая, как ты обо мне говоришь. Вообще, не все так плохо. На самом деле я добрая. Ты его будешь шерстинять? Не буду, я буду его любить. Утю-тю-тю-тю-тю-тю. Да. Так не хватает. Построить глазки. Еще милее. Не могу. Скажите пока нашим зрителям.